Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Far Cry 5. И в прошлой серии мы переехали на новый регион и начинаем его помаленечку штурмовать. Начинаем штурмовать новый регион, короче говоря. Так, у нас есть 9 навыков. Давай посмотрим, что я могу вкачать. А вкачать я хочу что-то для полетов. Есть просто разблокирует парашюты, полезная вещь. Вы получаете костюм крыло, чтобы использовать его, нажмите Shift. Полетите, чтобы улететь дальше, окей. Высадки с воздуха при быстром перемещении. Ну, это уже до такси. Надо больше. Так, ну нам нужно вот это вот. Мы находимся в горной местности, а в горной местности это полезно. Так, что еще у нас? Еще 5 навыков. Я не знаю сейчас куда что. Плавать дольше. Рыба. Горелка. Открывать сейф можно вот этого. Я вот этого херню искал, получается, да? Так, что еще? Оружие, ПП, дробовики, ускоренные перезаряжания. РП, РПГ, огнеметы. Чинится автоматически. Нахера. Винтовки, снайперские винтовки, ускоренные перезаряжания, прицеливание, смена оружия. Блин, для снайперской винтовки вот эта херня полезна, если честно. Чтобы поджечь ее, а так, чтобы заминировать, окей. Вы быстрее изготавливаете предметы. Так, мастер взрывотехник. Требуется 50% меньше материалов. Вот эта вот херня полезная, потому что броневики я могу убивать только так. Только взрывчаткой. Луки, рогатки, перезаряжание. Пистолеты и оружие ближнего боя. Ускорено все. Можно бросить гранату обратно. Так, вот эту вот херню нужно взять. Так, ближний бой, походный рюкзак, да, прийти аптечек. Так, вот это вот тоже нужно. Сколчан. Это не надо. Подсумок особых боеприпасов. Сумка с метательным тоже не надо. Напарники, я не использую напарников. Ну, по факту навыков осталось, ну, не так уж и много, ну, а то, что нужно это. Так, ну ладно. У нас где задание? 300 метров вон там. Вот там у нас какое-то задание, 250 метров. Короче, начинаем помаленечку проникать в горы у этой. Постепенно начинаем туда проникать. И начнем, скорее всего, с того задания, которое стоит на лесопилке. И заодно попробуем, как работает этот самый парашют. Охеренно работает. Прямо охеренно работает, прямо вау. Спасибо большое, я попробовал. Прямо вот так вот работает. У слабых свой путь, очень скоро ты это поймешь. Блин, предшественник младший-то более-менее адекватнее был.
Может быть, тоже немножко так кто-то такой же психопат был, но тот психопат еще более-менее не это. Не был таким психом, как этот, который проведет Сталарда любым способом. Так, окей, нужно нажать на пробел, типа, удерживайте. Да у как-то работает. Лечись. Ляха-муха, как-то работает. Как ёбаный парашют действует? Как его включить читы? Я нажимаю на пробел как раз, сюда и нажимаю. Я как раз на эту самую кнопку и нажимал. Если вам интересно. Вот еще раз. Неужто нужно больше места для пэта, для раскрытия? Да, спасибо. Пока я не знаю, я вроде нажимаю, но мне, наверное, просто не хватает времени на его раскрытие. Наверное. Так, ну давайте в первую очередь, перед тем как мы пойдем, я предлагаю сейчас посмотреть, что там у нас по оружию там можно взять. Ключ с цепилки, задание. Зачем? А где в этом месте этот должен... Может находиться оружие купить. Ага, нашел. Я тебя не знаю. Ты заблуд... Так, боеприпасы. Пока не надо, смысла нету. По оружию. Здесь нам тоже ничего. Я никогда здесь не хотел бы ничего брать. Дробовики. Тоже смысла пока нету. МП5. Так, ну блин, у нас уже МП5 уже немножко, уже давненько уже лежит. Так, вот это надо взять, немецкий МП40 времен Второй мировой. Нужно посмотреть. Это кандидаты. Что у нас еще есть? Так, ну это, так, тут у нас это пятый уровень, это еще далеко-далеко. Так, предлагаю вот сюда вот поставить глушитель. Ёпта, а глушитель-то дальность очень сильно так прибавит. Дальность он увеличит в ущерб удобства. Ладно, окей, ставь. Я не против. Будем бесшумно стрелять. Будем стрелять бесшумно. Блин, вместо МП5 может что-нибудь поставить, что-нибудь из вот этого. Мы смотрели на М1 Гарант, мы смотрели на Винчестер.
Можно, можно попробовать. Но я что-то как бы опять опасаюсь, что там боеприпасов будет хер-то там. В каком-нибудь полицейском участке. А вот это а вторая винтовка. Гарант. Так, нужно найти где-то полицейский участок. Вот тут только я не знаю, где он находится. Если честно. Да я и Винчестер-то особо и нигде не наблюдал. Так, ну пошли, пошли. Все, нужно вот, вот с этим побеседовать. Так, ты где? Эй, погоди-ка. Че у тебя? Как, че там не нужно? Ты молодец, спас многих, спасибо. Да, да, да. Все нормально. Что я знаю этих уродов, как заводные. Они везут сюда грузовики за новобранцами. Хочу устроить им сюрприз, когда они будут у ворот. Взорвем грузовики, чтобы они не смогли их больше использовать. Главное, они не должны ускользнуть от нас. Приготовьтесь. Так, ну я пошел тогда засаду строить. Так, а сам я за пулемет вот его вот за этот. Надеюсь, лесопилку прикрыли это совсем. Вижу. Приехали. Ладно, все. А вы больше переживали. Вроде появился человек, называющий себя солдатом. Он убивает наших братьев и сестер и подвергает проект опасности. Хочу, чтобы это трусливое ничтожество знало, я слежу за тобой. Мои охотники скоро найдут тебя. Ты не сбежишь. Да-да. Да-да-да. Так, оружие, ладно. Ищи, ищи. Я уже убрал младшего, а теперь-то уже твоя очередь пошла. Так, ну нужно вот, вот давай. Ну, в случае чего я могу вернуть и тут. Все, покупаем вот этот Винчестер за взамен. Ну, бляха-муха. Купи, ладно, окей, хер с тобой. Вместо арбалета. Ой, арбалета лука. Ёпт, какой красивый убойная классика. А ты вот запоздал, я такой, да, типа. Блин, расцветки интересные. Четырехзарядник. На нас охотится.
Группа захвата приближается. С какой стороны интересно? Вы что, совсем охренели? Что случилось? Я был на, у себя на намазе. Как будто по-другому нельзя было это сделать, да? Меня опять взяли, захватили. Сколько раз мне будут брать, так пытаться забрать, захватить? Вы за игру это уже третий, четвертый раз уже так вы на эти разговоры уже отправляете. Зря ты пришел за мной. Нам не сбежать. Этот мир слаб. Мягок. Мы забыли, что значит быть сильными. Раньше герои были богами. Теперь они безбожники, слабые, жалкие, больные. Мы позволили слабым править сильными, и теперь удивляемся, что почему-то сбились с пути. История знает цену жертвам. Мы прореживали стадо, чтобы стать сильней. Раз за разом. Платили жизнями меньшинства за благоденствие большинства и выживали. Но забыли об этом. А сейчас нам пришел счет. Сейчас коллапс уже близко. И жизни меньшинства перевесят жизни большинства. И когда народ, не ведавший голода и отчаяния, познает безумие, придем мы. И мы проредим стадо. Мы сделаем, что должно. Ничего, в смысле? Это что вообще произошло? В смысле, это как? Убейте последнюю жертву, пока времени истекло. Принеси свою жертву! Ёпта. Это мы где? Алло, куда? Сюда? Ёпта, куда мы попали?
Так, аптечек нету, да? Хорошо. Чё хорошего-то? Бляха-муха. Еще раз. Так, нужно все очень быстро делать ей. Все делаем очень-очень быстро. Неплохо. Да, ёп, возьми дробовик. Знай своё место! Сюда быстро будется куда-нибудь. Мы столько не прошли, да, типа. Что, черт? Тут живой. Локер, подгони тачку. Так, сэр. О, боже. Прости меня. Помоги ко мне. Да ладно, тут. Понимаешь, тут и сами тут еще сидим. Тут я не понимаю, как мне тут взяли, забрали так. Это... с базы. Откуда здесь взялся помощник? Видно, Яков любит не только нас. А ты крепкий орешек. Мы тебя вытащим. Мы повезем его в логово? А куда еще? Тэмми будет недовольна. Не думай, Тэмми, она поймет. Я сам думаю, как мы вот здесь вообще оказались-то. Каким хером мы тут вообще от этого лисили? Нас забрали, блин, с лесопилки. Они приехали и нас как-то отдали-то. Блин, в какой раз это уже было, а? Это в четвертый раз уже, когда нас на грузовике сняли. Второй раз, когда мы из бункера бежали. Третий раз, когда мы в церкви там нас прижали немножко, не убили. Я мы все толпой побежали отстреливать, и потом этот младший Яков погиб. Теперь четвертый. Пятый раз будет, мне интересно. А? Ты что, в конец долбанулся? Успокойся, мы с Уити решили. Ах, вы решили? Эй, я тут максимум наблюдатель. Это глупо и очень опасно. О чем вы думали? А что мне было делать? Бросить его. Тэмми. Он там. Я тут самый главный тут человек-то. Я знаю. Ему нельзя верить. А тебе говорили так же. К счастью, я не послушал.
Это не обсуждается, он нам нужен. И хватит об этом. Конечно, нужен. Я уже мужа младшего угандосил. В одиночку, можно сказать. Я, можно сказать, тот самый главный. Ты прав. Она все поняла. Вали! Меня-то за что? Я, можно, по факту, тут самый-самый такой нормальный. Ты нам нужен. Конечно, нужен. Без меня вы тут нихера не сделаете. Привет. Привет. Здравствуй. Волчье логово. Мир слаб. Винчестер мне вернули. Новый персонаж уйти. Так, мы пойдем рассматривать. Недалеко есть, находится дорога. Окей, хорошо, я найду. Я как только, так сразу. Так, а бункер-то не маленький. Это не контейнерный уже бункер. Этот. Кто знает, что еще выкинет Иаков? Он псих. Я хочу действовать. Вы меня сдали, наверное, да? Как еще объяснить то, что он взял меня с лесопилки и утащил? Смотри, кто восстал из мертвых. Я рад бы поболтать, но тебя Илай ждет. Окей, найдем Илай. Давай, где он тут находится? Вот он, да? Здравствуй. Можно посмотреть? Как видишь, дела у нас идут скверно. Мы с Ити спрятались в лесах, кое-какое снаряжение и припасы. Так что, если тебе что-то Рез надо, бери. Вот ли не, нам для друзей ничего не жалко. Илай. А это что такое? Сыны и дочери Уайта рождаются свободными. Понял. Может, на охоту завтра выбраться? Ну, здравствуй. Быстро ты поправился. Мы следили за тобой, помощник. Да, что ты понравился. Это да. Ладно, давай к делу. Я знаю, что случилось на юге. Теперь отец будет осторожен, и это хорошо. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя и дамщики не ожидают там увидеть. А в смысле? Только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей. Удачи. Что, предлагают мне на это поменять, не? Бляха-муха, не, я нас... Ёп, ну зачем? Ну не хочу я, братюк, я хотел попробовать вот это. Ты поможешь нам вернуть город. С Винчестера пострелять. Блин. Наверное, я перегрузилась. Это правило. Я на КПП право. Не размажь. Слушай, а рогатку можно стенам положить? Эй, есть минутка? Какая? Чё? Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. И? Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь. А не где-то в бункере.
Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Список песен радио Уайтэйл. Так, не, потом. Ну, потом это подождет. Там у нас операция наклевывается. Так, быстро продажа. 725. Я вот что хочу спросить. Вот эту вот херню. Блядство-то какое, а? Вот эту вот херню можно на место пистолета отправить? А? На место пистолета еще можно положить? Или не, не, нельзя, не разрешат. Так, ладно, пойду, пошли пока туда вот. А здесь вы что делаете? Током бьете кого-то, да? Может, я была с тобой немного риска. Я не извиняюсь. Да ладно. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Мне тоже. Майлай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Что вот делать нужно? Уити хочет включить пиратскую станцию. Нахера? Знаю, он сказал, что это поможет координировать действия. Но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. Окей, хорошо. Как только, так сразу. Как только, так сразу, окей? Так, где у вас тут выход? Это да. Теперь, если окажешься в горах, будешь обеспечен всем, чем нужно. Но я все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Это понятно, что будешь. Кто ж тебя так отпустит-то? Кто-нибудь знает, где мы находимся? Примерно, хотя бы. Ёбанавро. Как далеко там от лесопилки? Так, ладно. Освободите выживальщиков, которые держат в плену в турцентре. Так, а... Ну окей, окей, где-то. Где эти выживальщики? Понял. Надо бы как бы это... Не, нам как бы... Я хочу посмотреть, а можно как бы рогатку в режим пистолета отправить? Если можно было, это было бы очень-очень сильно полезно. Это было очень сильно полезно бы. Но я думаю, что нам это не разрешат.
стул. Ёпта, беги, да беги. Так, стоп, в обратную сторону. Так, да еще раз. Опа. Так, а там медведь просто. Блин, нужны денежки. Вот это задание нам пока-то получается пока нельзя выполнять. А какие можно? Найти тайники у жвальщика, спрятанные в лесу. О, давай вот это сделаем. Так, а больше решений пока ничего нету. Доберитесь до вышки. Так, 430. Так, а там на что у нас не видно пока. Не, пусто. Блин, мне деньги нужны, как бы. Нужны деньги. Так, а это что такое? Sacrifices. Еще какое-то что-то там. Блин, я, конечно, понимаю, что как бы может и не получится. Что рогатка не будет использоваться как. Ты куда наворвался-то? Мне деньги нужны. Взял, спалился, значит проиграл. Я первый на тебя не нападал. Вышка Джефферсона. Так, ну пока вроде никого я там не увидел. Но вертолет стоит. Но я на ней, но я не знаю, есть тут кто-либо или нет. Ну, вроде никого. Вроде все чисто. Ну, чей ты вверх-то, ты лед стоит. Да понятно, понятно. Отмечены бункеры. Выбери себе какой-нибудь и вперед.
Хера себе. Пока никого не нашел. 9.37. Три охотника, все с луками. С ними судья. Два на внедорожниках с винтовками. Три пешком хорошо вооружены, ведут пленников на север. Один внедорожник проехал на восток. Четыре пешком, с ними судья. Они хватают людей и сажают их в свои сраные кресла. Не хотелось бы тебя потерять. Блин, они не так уж и близко. А, у нас вертолет что есть. Чего пугаешься? Подожди-ка. Ты. Это из... волки какие нехорошие. 2 очка получено, спасибо. Судьи — это эксперимент экспериментов Якова над дикими зверями под созданием смертоносных воинов. Понял. То есть вот, вот такие собачки типа бегают, да? Так, доберитесь до хижины Купера и до хижины Ретейла. Не долетишь. Откуда ты вообще знаешь, чей ты вертолет? Типа вы ты свои все красите, что ли, да? Вижу. Нужно садиться где-то подальше. Там что еще орёт такое? Я хотел тебя выстрелить, если честно. Бляха-муха, что там орёт? Это такое. Юх, да, там их там целая куча всяких разных.
блин, где остальные? Я их отсюда увижу. Вряд ли там только один ходит. Так, ну здесь-то тебя вряд ли кто-нибудь увидит. Да я думал, ты встанешь. Так, я одного там видел. Блин, в них нужно уметь стрелять. Еще один бежит. Вы поздно все поняли. Да, вот это вот. Тихо. Ты это куда сел-то? Медведь, ты от меня хуел? Не, ищи рядом. Вряд ли он в хижине. Может, погреб проверишь? Надо спасти человека. Че, ты живой уже? Что-то скажешь? Я слышал о том, что делают с волками в хижине оленья голова. Там их превращают в судей. Кто-то должен остановить этих сучих сектантов. Оленья голова, аванпост сектантов. Так, вряд ли она в хижине. Ищи рядом. Вряд ли он в хижине. Может, погреб проверишь? Нужно что-то под землей. Так, ну здесь нету. На случай экстренной ситуации рядом с хижиной кулера есть убежище. Просто спустись вниз и захлопни дверь. Оставайся в бункере, пока опасность не минует. Окей. Нужно искать где-то рядом. Может, погреб проверишь? Нужно что-то под землей.
Бляха-муха, я ничего не нашел. Вряд ли он в хижине, но возле хижины я не нашел. Не нашел? В тайнике есть устройство. Когда ты подойдешь, на него среагирует рация. Он под землей, скорее всего. Не в хижинах же нычку делать. Ну... Зато я нашел деньги. Уже как минимум уже это. Где-то что-то пиликает. А значит, я рядом. А, вот что-то есть. Погреб, типа, да? Все, пошли теперь наверх. Посмотрим, что там такое. Мне тупо дико интересно. В случае чего просто взрывчатку дистанционную убьет. Не, ну... Кидаем. Ну? Все понял. Вот я думаю, что за херня? Алло, ты чё? Окей. Раз шкурка, два шкурка. Три шкурка. Теперь к низу быстро. Нужно эту вот эту херню убрать. Она сорвется сейчас, да? Бегай там сам по себе, хорошо? Я ушел. Блин, я тебя предупреждал чисто. Я думал, ты брат будешь спасению, а нет, оказывается. Оказалось, что нихера. Не рад. Так, теперь вон туда нужно. Метров. 250-40. Thank you.
прикоснулся к камере. Тайник где-то рядом. Черт. В твою сторону идет патруль. Поторопись. Какой патруль? С какой стороны? Патруль. Слушай, уйди нахер, скунс. Ружье простое. Ушли дальше. Аптечка. Да, вот это вот. Да, вы шо, мне дальнобольный еще есть. А не только ближние. Нычку не могли устроить в хижине. Выходи вокруг. Сейчас, подожди. Сначала осмотрим. На предмет денежек. Ищем, продолжаем. Здесь вряд ли. Все, нашел. И все, что ли? Кестл. Это как, далеко не? Где кестлы? Это вон туда, типа, да? Ладно, дойдем. Я в первую очередь сейчас посмотрю, может это сейчас тут вот и это... Нет места, ладно, сейчас в это. Магазин тут недалеко. Здесь чертовски красиво. О да. Жаль, что мы тут все разнесем. Ничто не приносит такого. Да, блин, ты мне говорил уже. Как? Закинь удочку. Так, нужно что? Оружием. Попробовать вот эту купить. 1800, окей, ладно, сейчас продать. Целую кучу всего у меня есть. Не, сразу 2000, сразу дастся. Так, ну будем скрестим пальцы и будем надеяться, очень сильно будем надеяться, что... Хотя мы из машины не будем стрелять, не будем уметь стрелять. Но это не главное.
Не, хер там. А бесконечные эти. Мы просто камушки берем и их отстреливаем. Хороший день для рыбалки. Бесконечные патроны. Но все равно, бляха-муха, это не то. Так, 700 метров, блин, есть чем? А, тут машинка есть. Ёпта, здравствуйте, здравствуйте. Понял, нам они в другую машину, в сторону едет какую-то. Нам туда нужно. Интересно, а этой херни можно как бы это внимание привлекать, типа? Или не получится? Так, ну кандидатов я вижу. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу. Ладно, не кипятись. Сходи на... Можно мне поменять сейчас этого? Пистолет есть что-нибудь такое, на такое что-нибудь? К примеру, что? Так, урон 4, у этого 5. Вот его вместо этого и глушитель поставь. Ты бляха-муха, все равно не хватает. Ладно, мне просто дай пистолеты. Вот, вот здесь. О, ну, а я заплачу тебе за шкуры. Только поосторожнее. Окей. Надо на ком-то попробовать, в более бесшумном варианте. Чисто в голову выстрелить кому-нибудь. Да ее пока тут со строгаткой-то и они тут на дороге стоят, меня тут ждут. Ну и где мы? Да ладно, мы сами, мы бляха-муха. Так, ну хотя бы оружие осталось при мне, хотя бы оружие у меня осталось.
Бля, ну нужно проверять. Не всегда работает. А там уже ничего не поделаешь. А тут у нас что происходит? Как муха, это я думаю, да еще что за херня тут осталась. Так, все, тормози. Дальше пешочком. Чтобы не спугивать. Ах-мух, я не думал, что вот так получится. Да, бляха, газ уже. Чего нахер не врезайся. Что случилось, сучоныши? Так, одного снял хотя бы. Одного снял. Бляха мой, да ты тормози уже, а. 20 метров, 19, 18, 17. Да ёлка, как только я догнал его, так-то это. Куда ты поехал ты? Чё подвис-то? Алло!
смысле, он не умер еще? Ёпта, жуч какой, а. Окей, этого хватит. Возвращайся в логово. Восемьсот метров. Ёбануться. Восемьсот метров сейчас нужно от вон туда вот. И это по горам еще. Так, ладно. Бля, рядышком есть вот, вот, вот такая вот такой аванпост. Давай, давай захватим, а. Так, у нас 8 навыков тем временем. Чё, прокачаем? Да, вот это вот. Вещь полезная. Ещё один остался, ладно. Так, давай вот это вот захватим. Вот реально. Надо эту херню забрать себе. Волчий его... Оленья голова, кажется, называется, да? Поподробнее, что, что это такое? Проводит эксперименты над волками, превращая их в чудовищ, так называемых судей. Так, ну давай. Заберем. Раз троих. Еще один. Бля, мне может пока, пока может мне не дадут, да? Не, лучше рисковать не будем. Сейчас вдруг возьмем, погибнем, а сохранялка не отработалась. Мы как бы здесь были, но окей, на этом. Так, не, возьми лучше машину. Лучше задание вы выполните. Так, мне вот сюда вот нужно. Это прямо.
Так, а патрон дайте, пожалуйста. Спасибо. Мирных жителей спасем внезапно. Врезались так, да? Бляха-муха, легкие, ну, легкие тачки, они дрифтуют в этой игре. Какую бы я не брал, легкий автомобиль, он дрифтует здесь. Его заносит прямо вот постоянно. Сюда же пешочком. Так, а где проход? Она на выше находится, да? Где? Что? Там двое каких-то там ошивается. Все, пропали. Так, а это тут та самая лестница, которую я видел тогда, да? Ну да. Патрон нужный. Слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с адамщиками. Спасибо еще раз. Вы с самого начала взяли и запустили всю эту херню, пока они еще это. Я рад, что ты с нами. А теперь ну эти. Сектант-охотники похищает людей и сажает их в кресло. Так, новое оружие тем временем. Вроде дачи, у нас еще есть надежда. Я, может, и лидер выживальщиков, но без него мы бы все давно сдохли. Эй, потрендим? О чем? Короче, я хочу воскресить радиостанцию. Нам нужно вдохновлять бойцов, искать добровольцев. Ну, такое. Пока тебе ничего не наплели. Да, я предпочитаю винил. Но я не хипстер, не думай. Никаких пучков на затылке и чайного гриба. Пока с сигналом дела плохи. Но Тэмми работает над этим. А я хочу заняться плейлистом. Илай оставил мне кое-что. Но музона много не бывает. Короче, наткнешься на пластинки, тащи их сюда. Тэмми наладит вещание, и в эфир выйдет диджей Уитти. Готовься. Поменять расклад.
Ага. Ящик с пластинками. Так, что я хотел сейчас сделать? А, оружие-то. Нам уже теперь доступно и новое оружие, типа, да? Что нам у нас там конкретно стало доступно? А, денег у нас... Ну, подожди, мы как бы это... Волков сейчас очень много, 1 из 10. Ладно, плохо пока с этим, с деньгами плохо. Так, здесь все пусто. Из дробовиков это очень-очень такое вот... такое непростое оружие, которое далеко не везде можно пользоваться. Калаш нужно 5 регионов, то есть следующий будет... Здесь тоже 5. Так, вот у тебя 2600 нужно. Гораздо надежнее своего американца. Аналогу. Если бы не я, в волчьем логове не было бы ни света, ни воды. Поздравляю. Так, подожди, а тут у нас что? Мы делаем успехи, но лучше не забегать вперед. Я знаю, что ты мне не помнишь, я тебя прощаю. Ты слышала отца, но не поняла, о чем он говорит. Врата Дели дали мне то, что мне не хватало, смысла жизни. Благодаря отцу я знаю, что мне делать и кем я должен стать. Я бы хотел пройти этот путь вместе с тобой, но понимаю, что это не избыточная мечта. Нам все приходится чем-то жертвовать навеки, твой Марк. Знаешь, вся эта вот это, зная, как заканчивались предыдущие Far Cry, зная, что все вот возможное сюжетец, я думаю, что в конце, что финал будет такой, в какой задумывали все эти трое, и то, что мы сейчас сделаем, не так уж и хорошо. Вот моя как бы это. То, что мы сейчас берем и убиваем всех этих сектантов, да, это как бы хорошо. Ну, я понимаю, я прекрасно осознаю, что в конце возможно. Что, наверное, возможно, в конце игры нам скажут, что это была реальность. Вот они, как там произойдет какой-то конец света, не знаю какой конкретно, но возьмет и бомбанет. В результате чего? Будет вот такая херня. Что произойдет такой же разговор, как и в четвертой части с этим. Пина. Мэй Пин. С этим президентом Кирата, вроде. Такой же разговор, только не у него во дворце, где все начиналось, а в... В бункере. И скажу, вот начался этот. Пиздец начался. Но тут теория все лишь. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Помощник, это Элай. Вижу тебя. Тут повсюду камеры. Центр впереди кишит сектантами. Осторожней там. Так, а он что у нас там по заданию? Освободите жвальщиков, которые держат плену.
Захватите тур центра, пленники спасены, осталось пленников. Это... Нет. Это не ванпосты. Если тебя заметят, то убьют всех наших. Так что не попадайся им на глаза. Проберись по сточной трубе. А еще я хочу попробовать испытать рогатку. Так, ну желательно сверху вниз начинать. Блин, нехилый такой центр, да? Тур-центр. Так. Этим еще повезло. Станут не нужны, пустим в расход. Понятно. Рогатка полная говно. Она не сумела в башку убить человека. Она не сумела это сделать. Она просто не сумела убить человека. Помощник, это Элай. Вижу тебя. Тут повсюду камеры. Центр впереди кишит сектантами. Осторожней там. Я уже говорил, если тебя заметят, то убьют всех наших. Так что не попадайся им на глаза. Проберись по сточной трубе. Блин. Рогатка полное говно оказалось. Одно дело в бою это ее использовать. А другое дело вот так вот. Нужно побороть ненависть грешника. Давай еще раз. Помощник, это Элай. Вижу тебя. Тут повсюду камеры. Центр впереди кишит сектантами. Осторожней там. Я уже говорил, если тебя заметят, то убьют всех наших. Так что не попадайся им на глаза. Проберись по сточной трубе.
чтобы помочь нам с жатвой. Вот иногда, блин, глушитель помогает, некоторые, иногда глушитель не помогает. Так, на твоем надгробии и на... Ничего, Маша. Так вот, как я. Осторожно. Эти эдемщики, они не в себе. Смотреть на них не могу. Отсюда никто не возвращается. Тихо. Сделай что-нибудь. Не то мы здесь загнемся. Прошу, вытащи нас отсюда. Сначала подожди-ка. Если не найдем способ бежать отсюда, нам хана. Когда закончим жатву, можем их отпустить. Так, надо быть начеку. Проклятие! Кто это стреляет? Как же меня угораздило? Вот и как так получилось-то? Вывод. Вот как так получилось? В игре глушитель, но он должен это, я знаю, он как бы, ну тут как бы реалистичность, как бы нет. Это у меня тут чисто на сложность такая херня. Спасибо. Или в общем. Было больше. Всех забрали в пасть дьявола. Похоже, у нас проблемы. Последний конвой с блажью так и не добрался до цели. Зуб даю, это Илай и его выживальщики. Я устроил засаду в тоннеле. Посмотрим, сколько грешников мы отловим. Кто не заговорит, научится летать. Ну и кто научился? Так, которая, я как и понимаю, это, да? Северный регион этот самый. Да, вот чисто вот это вот. А это типа база секты главная. Вот это вот. Наших упасть и дьявола. У меня снова пошло не так. Я спасен, спасибо. Пасть дьявола. Скорее, отправляйся туда. Плохо дело. Двух ребят забрали к пасти дьявола. Если демщики нас обнаружат, это конец. Иаков готов на все, чтобы выйти на волчье логово. Если наши откажутся говорить, их сбросят с утеса. Пасть дьявола к югу от тебя. Гони, помощник. Так, ну-ка. Отличная работа. Мы отнимем у Иакова эти горы, я точно знаю. Да, точно отнимем. Горы эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Ничего, так они волчьи логово. Похоже, эдемщики свозят пленников в центр Клык. Эти твари натаскивают на них судей. Мы должны им помешать. Так больше продолжаться не может. Окей, посмотрим на это потом. Сейчас нам нужно вон туда уйти.
на юго-запад. Вертолет. Блях, мух я знаю, что это тупость, но... Ну, хоть как-то. Тут особо таких и высоты нету. Надо было просто взять, пробежать мимо. По мосту этому самому. Пасть дьявола прямо в туннеле. Полегче. Впереди блокпост. Блокпост? Я ее и не вижу особо сейчас. Черт, они захватили тоннель. Если хватит дури, лезь прямиком туда. А если решишь осторожничать, иди поверху. Не-не-не, прямо вот по прямому. Прямо вот так пойдем. Да ёпта. У меня ни один патрон туда, куда нужно, не зашел. А где вы? Тихо. Враг внизу. Я иду за тобой. Ладно. Давай тогда по громкому. Полегче. Впереди блокпост.
Черт! Они захватили тоннель. Если хватит дури, лезь прямиком туда. А если решишь осторожничать, иди поверху. Не-не-не. Все сделаем как надо. Надо было просто взять, брать, и то там уже с снайперской винтовки просто отстреливать всех. Так, ну давай, еще раз. Полегче. Впереди блокпост. Просто берем первых, расстреливаем так вот, а из остальных и снайперской уже расстреливаем. Черт. И проходим помаленечку. Не-не, осторожничать тут нечего. Осторожничать, это значит никого не убивать, значит. Да ёпта. Мысли. Попал. Прикрой меня, атакую. Да охуеть просто. У тебя еще гранатометчик еще оказался там где-то там. Блин, все шло нормально тут, Нати. Убили из гранатомета. Впереди блокпост. Взорвали машину и это. Черт. Они захватили тоннель. Если хватит дури, лезь прямиком туда. А если решишь осторожничать, иди поверху. Минус. Минус. А в смысле? А с той стороны, наверное, меня кто начал стрелять.
Так, может я один этот блокпост где-то там пропускаю, а? Потому что меня начали стрелять, я оттуда ищу. Тут никого и нету, чтобы меня сзади стрелять, наверное, начали стрелять. Проходим. Понял. Не, как бы я и бы быстро не бежал бы туда, то так быстро не дойдем. Ладно. Немножко поосторожничаем. В любом случае придется там их всех убивать. В любом случае всех устраняем. Ладно, давай вот по стрессу вон с этой стороны зайдем, типа, ладно, окей. Тогда, если мы штурмовать теперь вот так вот, то нужно просто брать что-нибудь покрупнее, автоматическое, и в полный рост идти. Так надо брать полноценный автомат и идти в полный рост штурмовать. Какого хер ты жив? А какой хер он там выжил-то? Или я его не убил? Этих охраняет сразу несколько этих солдат. Их там сразу несколько. А, вот еще двое. Thank you.
Ну, блин, сложно эта операция пройдет. Сначала нужно запечатлить их 22 стороны, и потом уже туда уже пройти. Чтобы точно знать, где кто находится. Теперь берем, светим от этих. Так, никто ничего не слышал, да? Ну окей. Я не убивал, он живой еще. Ёпта, а меня в любом случае убили. Я понял, можно вот тут пройти, можно там пройти, да, типа. Парочку ипостас уберем. Иаков требует от нас жертв. Я бросила сына, чтобы разделить с отцом его боль. Так, два сюда. Вон туда. Ладно. Давай, иди проверь.
пока они туда бегут, я вот здесь пройдусь. И никто ничего не понял. А где ты там стрелял? Хоть бегал. Все здесь. Вот так и действуют выживальщики. Ты действительно очень нам помог. Наши явно воспряли духом, и может быть кто-то еще захочет к нам присоединиться. Черт, я знал, что ты мне тебя недооценивала. Поздравляю. Теперь ты один из нас. У меня есть для тебя работа. Зайди в логово, как будешь готов. Все, сделали, победили. Осталось только по гранате кинуть. Там никого не было. Так, а это что такое еще? Ёб, как ты же умеешь летать-то? Все, думаю, на этом закончим. На этом мы победили. В следующей серии продолжим развивать наше наступление. Вот здесь. Захватим аванпост тот самый. Еще пару заданий выполним. И продолжим на наступление, типа. Две серии прошло, типа. 6 из 41 задание выполнено. Ну вот здесь, вот, к примеру, 36 из 52. Ну, короче, помаленечку, но мы делаем, мы работаем. Мы отрабатываем врагов.
В следующей серии мы уж то как это будем. У нас задание вот тут, вот есть до южной радиовышка. Здесь кто-то есть, здесь кто-то еще один посланец. Тут, там. У Илая там есть задание какое-то. Короче говоря, постепенно, ну, мы штурмуем территорию. И лучше всего, конечно, было бы сейчас взять и полностью захватить вот и всю южную часть этих гор, вот это вот. А именно озеро Лэнгфорд и Вдовья бухту. А именно вот это задание сделать, вот это вот сделать и пойти дальше. Все, в следующей серии начнем как раз вот с этих двух и начнем. Все, давайте, спасибо за просмотр, с вами был Виктор, всем пока.